Сегодня в Татарстане выхаживают отравившихся и выясняют причины случившегося. 39 учащихся Казанбашской школы Арского района были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор и Минобрнауки начали проверки. Возбуждено уголовное дело. Разделить казанских дольщиков на две категории – остро нуждающихся и дольщиков-инвесторов – предложили сегодня в столичной мэрии. Сейчас 13% квартир в сданных проблемных домах заселены. В прошлом году в Казани удалось застроить 5 домов. Стреляли из лука, метали копья и топоры. В Болгарах выбрали богатыря зимы. Состязания по спортивно-историческому биатлону «Кашбатыр» впервые прошли в туристической жемчужине Татарстана. На лыжню вышли больше 100 жителей Спасского и соседних районов республики.